Всем привет! Сегодня у нас будет очередная акция «Слепи снеговиков». Посмотрим сейчас, что тут мы сегодня будем пытаться выбить. И посмотрим, какой шанс сегодня на выпадение тех или иных героев. Так, карта «Хранитель Арктика», «Фрэнки 1.0», «Заклинательница», «Вальтор», «Некрос», «Сундук таланта 5 уровня». Ну, в принципе, неплохо. Также будут это те, которые за 30. Также у нас будет карта Влад Дракула, Королева Харпий, Харгул, Валентина, Одержимый, Малыш, Ник, Ронин, Череп. Ну, как бы, в принципе, интересная акция. Ну, посмотрим. 150 самоцветов. Еще 150. Валентина. В честь дня святого Валентина. Валька нам упала на второй или на третьей попытке. Судя по всему, больше там ничего не упадет. Так, таинственный сундук. Ну, акция с расходниками ни о чем. Самики, Остачки почета, Влад Дракула, второй герой. Опять самики. Ну, давайте уже что-то водное. Легендарное яйцо. Блин, да напихайте сюда уже героев, чтобы хотя бы Арктика. Ну-ка еще раз пересмотрю. То ли я что-то пропустил. А, есть Арктика. Это что, мы уже открыли? У нас было меньше попыток, Арктика упала. Ну да ладно. Побежали дальше. Еще одна Валентина. Ну, явно что-то не то. По-моему, Арктика была как специальная карта. Но за 30 награды. Так, самики. Валентина третья. Психощит четвертая. Ну, они издеваются, походу. Три вальки. Пусть скажут, что это рандом. Так, кристаллы. Ну, давайте что-то. Сколько можно уже? Гаргул. Да, стоящий герой. Хотя в такие дни, когда базар нормальный, реально дроп хреновый с этих акций, очень проблемно что-то толковое. Фрэнки 1.0. Охренеть. Ну, спасибо. Малышник. О, начался дроп. Чую, сейчас что-то будет интересное. Чую четвертую Валентину. Ну, хоть легендарных яиц наловим. Опять четвертый психощит. Тоже полезная вещь. Хоть здесь он есть. Опять горгул. Какой-то Влад Дракула. Непонятный рандом в этой акции сегодня. А еще один горгул. Да, насыпало.
Еще один горгул. Да вы что, издеваетесь, что ли? Че не Некрос? Че не Вольтор? Нахрена горгул? Уже, по-моему, все вытащили. Что не надо. Самоцветы. Ну, одержимый. Ну, тоже неплохо насыпало. По сравнению с яйцами, там, где упала только одна Валентина. Это еще мега-имбовый роллинг. Сундук таланта 5 левела, да. Ронин. Охренеть. Ну давайте, удивите еще чем-то. Понятно, что Вольтора и Некроса мы не словим. Не светят они нам сегодня. Зато валики горгулов нахватали. Як сперляку. Ну, давайте еще кого-то героя. Легендарное яйцо. Сука, тролли. Валентина четвертая. Да, мало-мало, типа. Хочешь героя? На тебе Валентину. И радуйся. Да, ну вот так вот. Сейчас мы посмотрим, что там нам нападало. Смотрим, получить все. 4 Валентины. 2 Влада Дракула. Неплохо. Яйца так себе. Ну, Арктику получили. Почему-то всего лишь 2 рунки 4 части психощита маловато. Ну, 4 Гаргула. Фрэнки. Малыш Ник. Одержимый. Коробка и Ронин. Ну, как бы да, в принципе, хорошо, но... Где Вольтор, где Некрос? Опять они не падают. Сколько-то можно уже, ну. Все. Пишите в комментариях, кому что здесь упало. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И приходите еще. Завтра будет еще что-то интересное. Рулетка, конечно, у нас сегодня, как обычно, говно. Как обычно, нам добавили говно. Добавили, наконец-то, 5-й талант реанимации, который можно будет ставить на складе, там поставить кому-то. Но зачем он нам? Где кулаки? Все ждут кулаки, а кулаков нету. Добавили там руны эти, они будут падать там непонятно за сколько, тоже не нужны. Но ничего не могу сказать. Все, пишите в комментариях свои мнения. Всем пока.